Слава хате. Намаскар! Намасте! У нас є спільна група. Вас тут 300 людей. Кожен з вас може залишитися в житті один одного. Будь ласка, сьогодні приїдете додому, напишіть пару слів про себе і дайте соціальні мережі. Давайте залишимось один одного, я вас прошу. Дякую. Дякую всім. Приятные воспоминания, приятно. Кто-то приобрел знакомство, очень много новых знакомств. Люди находят друг друга, люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся. Фестиваль — это всегда здорово. Люди объединяются, находят единомышленников, появляются новые связи, новые истории, новые семьи, новые судьбы. Много чего появляется нового благодаря новым и старым фестивалям, фестивали, которые раскрывают души, помогают людям раскрыться, объединиться, наполняться, заряжаться, быть счастливыми. Фестиваль Анахата закончился, но не закончилось продолжение этой счастливой жизни. Все только начинается. Счастье продолжается. Счастье начинается с сердечной чакры Анахата. Всем, друзья, любви и радости. Живите в благости, будете счастливы. И счастье будет наполнять всех вас. Так это поможет нам сегодня.